Всем привет, ребята, вы на канале Электробусер, и сегодня я покажу моих игроков, и мы сегодня будем играть в Brawl Stars. То есть это не Brawl Stars, это Noob's Brawl, и у меня почти все игроки есть. Я не хотел получить так бесплатно все, я старался и получил всех легендарок, и конечно ж, не знаю. Там очень много мы играли, старались. То есть я старался. Ну, давайте сейчас... Что сделаем? Давайте за Дейрила сыграем. Выбрал... То есть в Brawl Ball давайте сыграем сейчас с вами. В одну карточку давайте сыграем, ребяточки. Простите. Ну, ребятки, как бы мы продолжаем. И мой брат сюда пришел. Всем привет, ребята. И давайте пошли в одну каточку. Думаю, мы выиграем эту катку. И я надеюсь, что я получу 110 бокалов. Так. Ждем. Во втором серии у нас будет две Бравл. И да, конечно, так. Так, поехали. Одну катку сейчас сыграем. И так, здесь у нас тупые игроки. Тут все время стреляют. Отсюда повернем. Пасуй! Молодец. Мяч у меня. Сюда обманули. Сюда. Вот черт, сейчас они забьют гол. Ворон, спасай нашу команду. Черт, только не сюда. Не. Я спасаю. Бля, он забил гол, ну блин. Уходите отсюда вы все. Да что вы хотите от нас? Плохо, что мы проиграли сейчас. Проигрываем. Это, конечно, плохо. Хорошо будет, если я сейчас забегу. Вау, черт! Да иди. Давай. Почти забил гол, ребятки. Он задержал. Вот я не люблю своих противников, они тупые. Все время забирают от меня мяч. Смотрите, вот сейчас. Вот так стреляем. О, бля. Сейчас они забьют гол, это по факту так. Почему я взял Дейла, могу взять Ворона. Так, там мяч. Собрали. Что будет? Нет, давай, забей. Забей, пожалуйста. Нет, они сейчас нас выиграют. Вот, блин. Мы проиграли, вот чё. Ну зачем? Минус сколько? Ну никакого минуса. Хорошо, ладно, давайте еще раз сыграем. Ну, я сейчас за Ворона сыграю. Вот за вот этого скина. Все, ребятки, поехали, можно уже играть. И я еще раз сыграю в Brawl Ball, потому что это как бы, ну, мы не выиграли, сейчас, думаю, выиграем. Так, во втором серии у нас будет две Бравл. Думаю, вам две Бравл понравятся.
Я очень старался, чтобы скачать, очень старался для вас. Так, я ворон, и там у нас уже противники собирают наш мяч. Как бы у нас здесь... Что? Так легко убили ворона? Я должен взять этот... Ну блин, ну так быстро. У них Нани. Ну что, Нани тупой игрок. Смотрите, сейчас забью гол. Не сильно. Вот, бля. Вот я не люблю вот эти места, вот, блин. Смотрите, бац, 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 бац. Минус еще один игрок мог быть. Вот, молодец. Вот, молодец, вот, молодец, вот, молодец. Nice piece of work? Да. Черт, кто там? Это кто? А, ладно. Опять проиграю. Минус. Нет. Ну, ребят, какого мне игрока взять, чтобы выиграть? Вот, вот посоветуйте мне. Ну, кого взять-то? Я не понимаю. Давайте... Фрэнк! Не, Фрэнк. Давайте возьмем... Макс, Макс! Макс очень быстро бегает. Макс очень быстро бегает. Да. Red Bull пьет. Red Bull. Ладно. Макс, мальчик или девушка? Девочка. Имя имя у мальчика, а она девушка. Ну, ребятки, напишите в комментариях, девочка или нет. Смотри, сейчас вот так видишь, как она быстро бегает. Я думаю, сейчас выиграем. Да. Давайте выигрывайте эту игру. Убили, блин. Да. Арсений забивает гол. Let's go, come on. Зип-зип. Вот, блин. Я почти забил гол. Видно ли? Ой. Попал в тупик там. Так, блин, там уже убили моего друга. Ну-ка, Арсений, давайте сейчас. Let's go, come on, цып-цып. Там игрок. Спасите меня. Спасите. Let's go, come on, цып-цып. Почти забил гол, почему помешали мне? Да блин, мы сейчас вообще не выиграем. Я сейчас хочу, знаете, что сделать? Смотри. Бац! Вот я крутой. Я самый крутой, бля. Убили, убили, убили. Нам сейчас только нужно вот так сделать, смотрите. Вот. Блин, они очень сильны. Но мы выигрываем, пока выигрываем 1-0. Выигрываем, да, да. Что? Отсюда игрок, да? Так, нам нужно пострелять, как бы, по сути. У них есть два спайка и один спраут. Смотри, смотри, спрайда. Смотри, смотри. Спрайт. Я должен задержать их. По факту. Смотри, сейчас будет мой корона. Все, мы выиграли, ребятки, да. Эту катку. И это хорошо. Только один забил Арсений. Роналдо. Что? Это реально Роналдо? Я не верю. 110, блин, сейчас так долго будет.
Ну ладно, ребятки, давайте я покажу не во втором сезоне, а я сейчас покажу. Вот, у нас теперь есть уже идея Бравл Модс. У кого есть, напишите в комментариях и поставьте лайк. И, конечно же, это очень важно. Подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать другие видео. Новые. Новые видео, да.